Всем большой привет! Вы на канале Верьемин и меня зовут Тоня. Сегодня мы с вами будем делать просто бомбическую тренировку для того, чтобы брать жир с ляшек. Я вам гарантирую, что эта тренировка 100% работает. Я буду очень рада, если вы поставите лайк под это видео. И давайте знакомиться. Пишите в комментариях, как вас зовут и сколько вам лет. А мы начинаем! И первое упражнение – это бег за хлёстом голени. Старайтесь дышать ровно и стараться поднять пятки как можно выше. А я спешу вам напомнить, что до начала моего марафона похудения осталось всего лишь 2 дня. Это последний марафон похудения в этом году. Он называется «Сейчас или никогда». Очень подходящее название, потому что если вы действительно хотите похудеть, нацелены на результат, готовы поработать и готовы встретиться с новой собой, то я жду вас. Старт 16 ноября. Ссылка в описании. Для следующего упражнения сгибаем ноги в коленях, спина ровная и выполняем махи в бок. Далее выполняем энергичную пробежку в бок и приседания. Следующее упражнение – прыжки с солнышком. Старайтесь дышать ровно. Следующее упражнение прорабатывает внешнюю, заднюю и переднюю поверхность бедра. Далее выполняем энергичные прыжки, ножницы, и передняя рука всегда следует за передней ногой. Повторяем предыдущее упражнение, только на другую сторону. Музыка.
Следующее упражнение – это приседания и шаги в бок. Делаем шаг в бок и выполняем приседания. Когда поднимаемся вверх, чувствуем, как работают ягодицы. Далее опускаемся в положение приседания плие и поднимаем носочки по очереди. Отлично работает внутренняя и задняя поверхность бедра. Далее принимаем положение полупланки на боку и делаем энергичные махи вверх. То же самое упражнение для того, чтобы проработать все наши мышцы. Далее выполняем махи на четвереньках, чередуем согнутую ногу и прямую ногу. То же самое выполняем на другую ногу и не забываем, что мы должны держать спину строго прямо. Спина не следует за ногой, работаем только ногой. Следующее упражнение «Маятник». Мы поднимаем ногу в бок, чувствуем, как работает внешняя поверхность бедра, затем заводим ногу к себе, пяткой стремясь вперед. Так мы задействуем внутреннюю поверхность бедра. Мы выполняем на другую сторону и обязательно стремитесь пяткой вверх, чтобы лучше задействовать внутреннюю поверхность бедра. Summer's end, and you feel that.
But it's okay, there is good in changes. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can... Далее делаем энергичные выпады назад. Если у вас не получается прыгать, то делайте шагом. Следующее упражнение «Лесенка» просто невероятно задействует наши ноги, вы сами сейчас все поймете. И последнее упражнение, тоже приседание плие плюс носочки. Опускаемся в плие и по очереди поднимаем носочки. Мы с вами завершили эту классную тренировку. Как вы могли заметить, она не только на ноги, она вообще на все тело. Я гарантирую, что тренировка работает. Мы убираем жир не только с ляжек, но и со всего тела. Не забывайте правильно питаться, а мы встретимся с вами на марафоне и в следующем видео. Пока!